Так, я решила сразу же приготовить обед. У меня здесь варятся макароны. И тут уже готово просто мясо с лучком, специи. Девочки, иду в магазин. Сейчас сидела дома, читала ваши комментарии, отвечала и наткнулась на комментарии моей подписчицы. Кстати, привет тебе, Даш, я думаю, ты себя узнаешь. Она написала, что готовила сегодня пиццу, и мне тоже так сильно захотелось, а у меня не оказалось сыра. Вот, иду за сыром. Так что не только я вас побуждаю на готовку, но... Готовлю пиццу на кефирном тесте, пол-литра кефира, чайная ложка соли, разрыхлитель и мука. Все, приготовила такое вот мягкое тесто. Бес меня тут намазюкал вот томатным кетчупом. Я сейчас раскладываю грибочки, шампиньоны. Как я и сказала, я не планировала сегодня готовить пиццу, поэтому не разморозила ничего. Так можно было немного добавить еще куриного мяса или же мясной фарш. Ну и так неплохо будет. Так, сейчас кладем помидорки. По телеку, кстати, идет сейчас сериал этот «Черная любовь» на канале Ю. Я, кстати, смотрела первую и последнюю серию этого сериала, и мне этого хватило, чтобы не смотреть его. Я, кстати, купила. Сейчас немного посыплю солью, немного перцем, отправлю в духовку на минут 20-25. Ну, буду смотреть по готовности при температуре 180 градусов. И за минут 5 я ее вынимаю, добавляю сыр, отправляю обратно, буквально для того, чтобы сыр просто расплавился, и все. Так, у меня здесь режим пицца 180 градусов. Я ее уже заранее включила для того, чтобы разогрелась. И все, можно уже открывать. Все. Так, пицца наша готова. Сейчас буду резать ее впервые новым ножиком.
Проверим заодно. Ой, как легко режется. Что, так можно было, да? Вот это да, офигеть. Просто одной рукой как бы тяжело. Вот. Вторая нужна для того, чтобы удерживать пиццу. Ну все, сейчас будем с Берсиком пробовать. Девочки, не знаю, откуда продолжится данный фрагмент влога. В любом случае, это новый день. Мы вот сейчас с утра съездили в поликлинику. Сперва отвела Берсика в сад. Съездили в поликлинику. Я его на днях поставила на учет. И мне сказали сегодня вот прийти всех врачей. Но всех там, как обычно, не было. Я пришла сегодня ортопеда-хирурга. Прошла педиатра и невролога. Всё. Вот, значит, у нас повышен билирубин. Я на днях сдавала, потому что сама видела, что он у меня немножко желтит. Вот, билирубин у нас повышен. На простом языке это, в общем, обычная такая вот желтуха, которая бывает у детей. Вот, прописали нам такое вот лекарство. Урсофальк. Вот, я так предполагаю, это для печени. Тут, по-моему, нарисована печень. Вот, и еще где она? Укропную воду. Надо будет пропить вот 2 недели это лекарство и потом повторно еще раз сдать, проверить. Ну и порекомендовали, конечно, побольше гулять на солнце. Хотя на нашем солнце, я не знаю, можно, мне кажется, если не солнечный, так тепловой удар получить, наверное, это надо делать как можно пораньше, с утра, либо вечером. Девчат, просто идеально. Сейчас в нужное мне время как раз пришли ко мне девочки. Это старшая дочка моей заловки и старшая девочка моего деверя. В общем, они пришли, мы немного посидели, поболтали, они поиграли с Эски. И я думаю, пока они там с ним возятся, нужно мне разобраться со стиркой. В общем, то, что нужно было, как раз мне нужно было повесить белье, вынесла, повесила, высохшее занесла, спустила то, что нужно на глажку, спустила в нулевой, то, что не нужно гладить, подняла. В это время, видно, им наскучило. Они меня спрашивают: Лейл, можно мы пойдем погуляем, ну, с Эски, с коляской? Я говорю: конечно, можно, идите. В общем, отправила их сейчас на прогулку и сама решила вот заняться собой. Давно, 1000 лет, наверное, я не делала никаких масок. В общем, вот достала все, что у меня сейчас есть. Хочу сделать вот эту вот масочку для лица. Вот эти вот патчи уже давно не использовала. Патчи сделаю. Также нашла какую-то свою маску. По-моему, она идет, да, под глаза. Ее сделаю. Ну, может быть, не все сразу, посмотрим. Просто я настолько обрадовалась, что все свое достала. И заодно еще решила обновить бровки. Хочу вот покрасить брови. Кстати, советую вам вот эту вот краску. Она действительно очень такая вот стойкая. Вот видите, написано до 7 дней на коже. Девочки, мы в итоге вечером решили вместе с Афиной и Зирой выйти вместе. Минут 15 даже не успели погулять. Пошли вон в парк, детски посидели. И как начался дождь. И именно тогда, когда мы... Это... Мы, по-моему, впервые, да, так вместе вышли. И именно тогда, когда мы решили вместе выйти, пошел дождь. Мы не растерялись и быстренько прибежали вот сюда, вот в кафешку у нас в поселке. Помните, я говорила, что открылась классная такая кафешка, Меланчи называется. Вот. Заказали пиццу, напитки, вот сидим, ждем. И с нами Эски, кстати, в коляске. Берс как раз проголодался, оказывается, да, Берс? Хочешь кушать? Софина делает вид, что она не знает, что я снимаю. Да, естественно. Ну подожди, пока стоим тогда. Не было? А, да. Немного подвинь к себе. А он есть, что ли? Реально француз готовит? А, да? Прикольно. Круто. Знаете, я как-то пробовала их торт, не знаю, обычный, самый обычный. По-моему, наши готовят намного вкуснее, а? А потому что
короче, мама покупала хлеб, ага. И официант, короче, сказал, что да, он свежий, да, он свежий. Ага. Да? Потом приходит девушка другая и говорит, так, надо бы хлеб не свежий убирать. Убирает весь хлеб с полки и смотрит, мама говорит, а чего вы мне тогда говорите, что это хлеб свежий? Палево. Кто вам сказал? Вырезал. Вырезал. С этим какие-то семечка. Выложил свой инстаграм фотографию. Кто? Мага. У меня посмотрели три фотографии, знаешь? Что? Не, у меня посмотрели три фотографии. А, да, да. Мне тоже интересно, почему он активно не ведет свой инстаграм. Нет, что? Очень-очень много фотографий. Он все удалил, оставил три. Ага. Оставил две. А потом недавно еще одна. Ага. Просто он в таких... в разных местах бывает, да, летает часто. Вот я круто. Говорю, почему ты не укладываешься. Ты говоришь, фоткнула, вот такой. Да. Ага. Поели, попили, думали, что дождь уже давно, наверное, закончился, а вышли. Да. Тут оказывается такой дождь. Посмотрите, вот. Звонили Асе, маме Софии. Надо было тебе купить машину. Да. Пишите в комментариях, Лейла, купи машину. Чтобы она заехала за нами. Но надо было купить машину, а теперь мы не можем домой ехать. Да. Это лень. Ты начала мне снимать, мне надо было ответить. Я думала реально, что он давно уже, наверное, закончился. Реально резко так похолодало еще, да? Хорошо, что я эски накрыла, так чувствовала. Ура, Ася! Подмога. Это Аська? Да. Это же Ася, да? Да. Нет. Видите, у нее вся машина побитая. Конечно, она. Главное теперь смочь сложить эту коляску. Я ее ни разу не складывала, если что. Как холодно, как холодно. Она что, там собирается стоять? Она не умеет вот так заезжать. Ты не умеешь заезжать? Она потом выезжать не умеет. На бордюрной. Да ты что? Гнулась. Я видела, кстати, у тебя там вот эта нижняя часть загнулась. Сейчас я загнула. Я попытается сложить эту коляску. Сами главное сели. Оставили Асю под дождем. Ребят, девчонки вчера остались со мной на ночевку. Вот сейчас проснулись, завтракаем. Брала посуду. Сейчас вот проводила своих девочек. И хочу заняться делами. Мне нужно помыть вот эти вот решетки. Вот эту вот плиту, посмотрите, какая она грязная. Особенно этот жир забивается вот в этих вот углах. Скапливается. Вот эти вот сетчатка против жира нельзя, чтобы они попадали вот на вот эти вот хромированные поверхности, потому что они их как-то вот, точнее, оно их как-то темнит. Я их просто вот... Да. Нужно снимать вот эти вот штучки, а вот эти вот хорошо очищает сетка обычная, сеточкой железной трой, и все, они блестят. Блестит плита со вспышкой, специально снимаю. В общем, я помыла посуду. Сейчас нужно заложить, как обычно, тряпочку в белизну, вот это вот все высушить, убрать, и потом подняться на второй. Там у меня ждет тоже ванная, нужно поменять постели и что еще, и помыть ступеньку на улице. Ну вот. И после я пойду уже к своей сестре в гости. Приехала с салона. Ездила убирать гель-лак. Сделала такой вот просто чистый обрезной маникюр.
Так чистенько, красиво, мне кажется. Вот, и, кстати, такая у меня ностальгия. Сегодня впервые надела вот это вот бодишко. Это боди принадлежало Берсу. Мы его носили где-то с 3 месяцев. Этому еще нету 2. Ну, наверное, в то время Берсу боди было впритык, поэтому, видите, вот так вот свободно. Но все же сегодня решила надеть, потому что этому все, что я ему покупала на первое время, уже становится мало. То есть вот здесь вот уже все упирается. Кстати, посмотрите на эти носочки тоже, видите, где пятка. Так что вот так вот растем. 6 лет назад, покупая это Берсику, я даже не думала, что спустя 6 лет кто-то еще это будет носить. Я знаю, что многие как бы донашивают своим детям одежду, но просто для меня это очень странно и, как сказать, трогательно, что ли. Что такое? Что такое? Икота? Смотрим. Кстати, с ног планирую убрать сама этот гель. У меня есть этот аппарат. Жадничала. О, 66 до сих пор. 66. 600? Ужас. Вчера же было 65 900. Видите, у вас, наверное, тоже вот эта вот глажка и стирка бесконечная. Это третья стопка вещей, которые я сегодня поднимаю на 2-й этаж. Вот еще на мне платья висят, которые я погладила, нужно повесить. Раньше я пыталась за раз все погладить, поднять, распределить по шкафчикам. Сейчас я понимаю, что это невозможно. Сколько ни гладь, сколько ни стирай. А вот корзины для белья и гладилка никогда не будут, мне кажется, пустыми. Какой-то бесконечный просто процесс, поэтому я сейчас заглажу по чуть-чуть, потому что все равно глажка накапливается. Просто в этот момент мне необходимо, я глажу и поднимаю вот мои домашние платья. Вот это вот и вот это остается в моей комнате. Это Берсикины вещи, постель, это пеленка Эски, нужно в детскую отнести. И знаете, вот эта вот игрушка, она со мной уже сколько? 16? Да, нет. Да, 16 лет со мной. Когда мне было 11 лет, моя подружка Мадина, кстати, на минуточку лучшая подружка Мадина, подарила мне ее. Я ее вот сохранила, и уже после рождения Берса принесла ее из отчего дома. Теперь она у меня вот так вот красуется в детской комнате. Теперь это уже вот игрушка моих детей. Ну, сейчас, вы знаете, дети особо в игрушки не играют. Можно сказать, для красоты вот здесь вот.